авиакомпания Сунэнэ рада объявить, что мы открываем новый маршрут для наших пассажиров. Это Душанбе, Бишкек, Душанбе. Самолет авиакомпании Сунэнэ будет по новому направлению вылетать из столицы Таджикистана в Бишкек дважды в неделю. Это по пятницам и по воскресеньям. В обратном направлении рейсы будут осуществляться в ночь на субботу и в ночь на понедельник. Из Душанбе самолеты будут вылетать в 9 часов вечера. Время в пути 1 час 20 минут. Все рейсы будут осуществляться на современных комфортабельных самолетах Boeing 737. В одном направлении от 545 Самани, туда-обратно от 760 Самани. Стоимость не включает в себя налоги и сборы. Кроме того, хочу добавить то, что в планах у авиакомпании связать данный полет с рейсом по направлению Душанбе в Франкфурт-на-Майне. То есть привозить пассажиров из Бишкека через Душанбе, направлять их, перевозить во Франкфурт. Также добавлю то, что в этом сезоне авиакомпания Суманэйр порадует своих пассажиров открытием чистоты по направлениям Душанбе-Алматы-Душанбе, Душанбе-Дубай-Душанбе, Душанбе-Санкт-Петербург-Душанбе до 3 раз в неделю, а также по направлению Худжанд-Санкт-Петербург-Худжанд до 2 раз в неделю.